Дусику даже теперь у меня на столе невозможно спокойно полежать. Потому что вот программист главный пришел. Короче, программист уже по длине почти кошку перерос. Эй, ты! Жопа мохнатая. Субара, я вас уже запуталась. Ну куда ты лезешь? Блин, сейчас у меня сбросит, тут видео кодируется. Дусь такой, скажи, ну отстаньте от меня, жарко. Еще эти дети лезут. Все им везде надо. Так скажи, что там за хвостом у кота? Что там в том углу? Вчера Дусь опять его лапкой по башке стучал. Сейчас, кажется, тоже будет. Но он без когтей так балдежно. Дын-дын-дын-дын. Все, Субара, все проэкспентировал. Так, русский речь меня покинул. Скажи, дедусю надо понюхать. То вдруг чужого подсунули.